троллю. Я так скажу. Так что ты не обижайся. Воин охотник шаман. Слышишь, шаман, а ты за сколько своего чара купил? Я его купил за бесплатно. Блять, два воина, да? Два этого трая в тройке по урону по союзникам. Сколько я там намазал, покажи. 203. ГП получил, попил. Ну это я, скорее всего, взлетка была. Это общий ты линканул или именно на второй фазе? Потому что я на взлетке еще хлопал. А хил линкани, пожалуйста. Линкати от хил, покажите, кто здесь бог. Кто там? Ну-ка. Смотрите, первое место. Бой первый раз ворвался, ни разу освобожденки, наверное, не получил. Все освобожденки. Нет, почему? Ой, блядь, а, нет, я же как ли? Коноп стал, что ли? Все освобожденки, да. На мне! Все на мне. Даун, блядь. Пошел в жопу, ебать. Не, ну реально. Покорись, надо кому? Да я же угораю хуй. Вообще похуй, затащил. Четыре освобожденки, Слава, не парись. Бой. Нормальничек. Вой, слышь? Чё? Рассказывай систему ролла, пожалуйста. Чё рассказать? Систему ролла по ЕПГП. Ты чё, обкурился? Зачем? Попросили? Спросил, да? Да. Ну вот ему объяснил, понял. Ты должен это объяснять. Почему? Так, Бля, просто объясни. Килим, отдавай чё? Мне сейчас этот токен потом. Рассказывай, я запишу свои. В смысле, блядь, себя записывай, свои шутки, блядь, иди отсюда. Здрасте всем. Привет, а, заходи, кем ты сюда. Здорово. На Фурика заходи, у тебя есть? Трисики, дошла почта, блядь. Да, а нахуя ты голдун мне пришла? Я так понимаю, приоритет какой-то идет, блядь. Я считаю, да, что да, эту по роллу, блядь, но отдали по приоритету. Вот, мне интересно, что за приоритет, как это работает, вот объясни. Мать три, вот. Берешь ЕПГП, считаешь, да? А. Общее. Потом вводишь поделить. Добавляешь, сколько у тебя ГП. Ну, вообще, вот, допустим, если тебе показывают ГП 500, ты еще 500 накидываешь сверху, то есть 1000, и делишь. Ну, скачай аддон ЕПГП, там это все есть. Бля, он меня скачан, но он что-то нихуя не работает, короче. А как у тебя ник? Чпок, баб, маг. Там 1.7 у тебя ПР. Чё ты говоришь? 1.7 ПР у тебя. Там в конце списка аж. Он пока новенький. Бабы тебя зали, у тебя 1.7 просто. Это, по-моему, я тебя тогда пригласил, да? Если я не знаю. Ну да. Да. ТШ кто-то написал. 5.18. Давай мне мой токен. Еще раз я скинем ролл, кому там надо было этот токен, потому что я случайно отдал чили. Не заметил, что на дрыгом не идет. Ну какие-нибудь героические. Бейте большого. Вон звезда. Вон пизда. А вы на ком? Мы сейчас на совете. Маслёт убит. Что заходи, если хочешь. А, да бейте под звезду. Чумка жива? Угу. Блять, что-то у меня дела тут нарисовались. На уф пошел, да? Так, у нас уходит бомбочка. Там Блад Майк зайдет кем-то. Я уф, удачи. Кто такой Блад Майк? Да это топчик. Но на ДЦ будет. Хорошо. Я не могу ШПС, не знаю. На офизатора выход Азерота. Я и хер с ним. В смысле? Да ну, сколько там, какой там, 160 или 200 уже? 120.
120. Кому там еще надо был токен? Вард там, по-моему, какой-то кидал. Ну так они срезали характеристики, там статы меньше, чем наличие. Так, все, я понял, тебе важно. Лучше лича уже не будет. Ты на Уфе на Личе играешь или на Легионе? На Легионе. На Сирусе я играю, нахуй. Все остальное хуйня. Рисните, пожалуйста. Это самое. Уважаемые танки, можно вам попросить? Вот есть лестница, да, такая вот к мобам, к этим. Наклонная плоскость такая. Поставьте мобов и себя, свои тела, на эту лестницу. Хилы встанут внизу и будут вас захиливать, их не будет откидывать, и вы не будете дохнуть, и весь рейд не будет вайпаться, и мы не будем бафаться по полчаса после этого, сука. Да шаман во всем виноват, не гони ты чё. Не-не-не. Да не, шаман виноват. Бля, а у этого товарища... Если наклонная плоскость, то вот было все хорошо, мне кажется. Уилс, так вот. А так вот эта плоскость просто прям наклонная, блядь. А, Блэд Майк, ты в РК? Блэд, наклонной плоскости, да? Ты, сука, или заходи в рейд, у нас, блядь, 23 человека в рейде, и рейлить никто не хочет. Или, блядь, сука, не шути. Заходи на портапал. Как моя бывшая, сука, не шути, блядь. Да, да. Мы же трахаемся, да? У Блэд Майка еще есть кто-нибудь? Ты че, когда трахаешься, шутишь, что ли, да? У него хант классный есть. А еще кто есть классный? Отходи. Давайте, да, давайте баф. Так, хоть первую пачку слили. Кого у вас не хватает? Кота. У тебя фурик есть? О, кота не хватает. Сука, у меня фурик есть. Давай я зайду, заебали, блять. Хилить вас нахуй. Ну невозможно просто. А, не. Давай я зайду нахуй. Хильте, блять, сами эту хуйню. Заходи тогда на шопы. Ну заходи на фурик, если... Если уже будешь сегодня, заебал. Если будешь, короче, рейд хилить, и меня хилить фуриком, то заходи. Ой, ты хоть слышал, что ты сказал? Типа, давай я зайду нахуй. Не-не. У этого Роги есть еще кто-нибудь из Бладмейка? Кто у него еще, кроме Хантя? Не, мне Роги не нужны. Кто у него еще есть? Там его не засмотрел. У него много кто есть, там. Просто он не скажет тебе. Я ему тогда напишу. Идем тебя агритэш, короче. Вань, ты понял, да, куда спускать? Да, тетя не слышал. По наклонной лестнице, блядь, ну как плоскости, по наклонной плоскости. Бейте точно, звезду. Как Войда всю жизнь спускает по наклонной, так я и ты спускай. Сказал, точно, звезду бейте. А как Войд сказал Ване? По наклонной плоскости. Идите, ДК. Блять, это не круг, это сферический объект. Сука, по наклонной плоскости, блядь. Такое впечатление, что он сегодня в школе это услышал, блядь. Заебал. Че, чему стыдно стало, да? Сука, иди отсюда, блядь, еще раз перенесу. А, блядь, по наклонной, сука. Сейчас тебя по наклону пущу, да. Он вообще мой чат читает, этот будет мой. Оптимус, ты в ДЦ сейчас, что ли? Я в ШП. Ну, блядь, отворился, так что пусть ДЦ что-то. Че, в ДЦ надо? Да, может быть, может быть. Не, пускай он будет в ШП. Зачем? У нас два друида есть хила уже. Ты там друид один отвалился. Ну так и я вот одного... Ну пати! Да. Пати пати царю зверей. Царю чего? Симби. Да, ты в РДО будешь хилить. Бля. До конца рейда или чё? Бля, кто у него есть? Вы мне обещали, что у него все есть, а у него ни хера нету. Я ему пишу в на арене. Попал? Нету, откуда он мне пишет. Лицей. Варенька, как ты меня назвал? Симбой.
Ты тут, наверное, уже полрейда не знаю, кто такой Симба. Лол, шутка, Вера. Я мамбалэй. Акуна Матата, да? Короче, сейчас он зайдет на ДЦ, Войд и Оптимус, ШП. Вот это да. Че, на сорке-то я сегодня по-любому 23 дал бы, ебать. Да, 25. Сейчас он зайдет поднимать фрешблада. Потом, может быть, и Олег зайдет. Надо я ему кулак снять. Кулак Майра прикольно. И дайте рыбой идти. Бля, надо пересаживаться за комп. Но это неудобно. Надо просто пересаживаться. Пана уже давно так висит. Че, первый раз увидел, что? Так, лох, шкаф поставь. Пропускаешь, она залетает вверх. Точняк, ты будешь на двоих БДК на одном. Шанан, ставь рыбу, блядь. Ого, это новая тактика, да? Блядь. Какая тактика? БДК на одном. А там без разницы. Для меня, да. Для топа. Рыбу кого-нибудь есть? Сколько хосты ШП надо собирать? Тебе? Иди в жопу, тебя не спрашивай. Ну, тебе где-то 300, потому что ты и так хуй кнопки успеваешь нажимать, поэтому... Олег, слышишь, ты не хочешь зайти на фуй, либо на ШП, ой, либо на ДЦ? Я не знаю, я этому блэдмейку пишу, он мне сначала пишет, а ты кто попросили за ДД поиграть, заходи кем-то, зашел Рога, я РЛ, норм, валите, заходите, мы уже... Стоим, ждем тебя, не хочу, я ДЦ попросили, ДЦ зашел, я правая рука Реневала, ну это я написал, а он написал, что я член Реневала, блядь. Побил козырем, да? Тебе вроде бы как ответить нечем, блядь. Так вы шутите, как должны быть симбиоти, рука и этот, че вы скандалитесь? Это только по пятницам, блядь. Олег, ты зайдешь? Давай в ДЦ, я уже натерпелся за этот рейд, блять. За кто там надо? Можешь за Фурика зайти. Фурик? Да, можешь за него зайти. Будешь на Личе рейдить потом. А я потом за Пау зайду. Я зайду. Пускай он в ДЦ спекается, толку больше. Тебе все равно здесь ничего не надо. Ты можешь пока просто зайти, мы без тебя совет убьем. Ну у нас тут три хила сейчас, если что, я просто не хочу Оптимуса обратно в ДЦ спекать, он, наверное, уже бесится, бедный. Пусть спекается, на Личе больше пользы будет, чем отходит. Залейте ему Инер, Мишка, Киша, залей Оптимусу Инер, Фрешблад, ты готов? Все, он готов, погнали. А Хант и Рога напуливать от Толдерама на Братопала. О, а чем тут бить? А чем хочешь? Головой от клавиатуры. А мы ж будем танчить на наклонной плоскости или нет? Не-не-не. Танк, танк. Потанчил, бля. Чилим, поднимай, пожалуйста, Лара. Остальные домашки. Маня устал сильно, да? Вихрь, внимание. Оп. Дайте краску там хотя бы. Лапу. 300 баф. Дофига ты просишь, блин. Что-нибудь одно выбирай, каску либо кулак. Каску я уже дал. Дать. На, покрики. Смена цели, 2 секунды. Блять, килисет, бьем килисета. Килисета? Угу. Дороги тоже бейте, килисета.
Смоет, не забудешь мне скинуть видос. 1000 голды прям сейчас во мне. Во время этого боя. Угу. Я помню, было 3 дебафа, блять. Какие они? Кто за кота недавно играл? Полоснуть, разорвать. Ну, это рана там. И увечья. А давай, ну вот, без наклонных плоскостей, как они выглядят, скажи мне. Лапа, какая-то херня непонятная, еще 2 херни непонятные. Спасибо, Ванёк, все понял. Ты как мой дед, блядь, когда ремонт делаем, принеси хуйню, вот там лежит. Да-да-да. Там глубокая рана, как коготь выглядит. О, хорош. Не, все, я нашел, спасибо. Не, если б не Ванька, то, конечно, беда. Сотри, Войд, мы на наклонной плоскости. Ты кончаешь? Да, сейчас опять минут. Витя, а ты знаешь гимн Белоруссии? Вот я сейчас подумал, я никогда в жизни не слышал гимн Белоруссии. А ты знаешь? Часто слышал, да. Гимн Белоруссии. А можешь напеть? Не, ты что, блядь, на бестапах? Не смогу, а вот сейчас, когда были... Олег, можешь послать? Наверное, там гимн про картошку или как-то так, или про трактора. Это, Олег, ты можешь прислать, что мы уже свет убили. Опа, и сразу хер побежал на мишку. Так, что там упало? А, Лара, я тебе потом отдам, кстати, осколок. Я чуть не забыл. О, не осколок, а... Сколько тебе, Валер, осталось еще этих осколков? Много. Еще 29. О. Надо кому бесплатно эта голова? Давай, продам. Продавай, мне все равно. Поечку будет хоть. Так, дроидам надо кому на мейн? Бис. Сейчас отдам Чилиму. Чё тут? Что есть там право-лево, контрольте. И бейте и большого. Давай, кто тут левого? Махус контроль, право, там кто-то вот, друида, контроль, корни, киньте. Начинайте контролить. Тактика? Давай я тактика. Бейте этого скелета здорового. Сука. Так. Контроль от бога. Варте, надо токен. Забирай его. Поиска да, давай. Бейте звезду точечно, потом точечно заливайте. Где там этот командир ГТР увидел? Я поставлю метку. Вот его точечно бьем, пока не попробовал я. Потом кружочек заливайте. Потом можете уешьте. Пар, пока ты не убежал, на тебе токен опять. А, я тебе уже отдал. Все. Я тебе ГП дал. Или стоп. А, Дигл, ты здесь, Вар? Да. Тебе же тоже надо было этот токен, так? По-моему, ты кидал. Да, надо было. Сейчас дам пати. Умал пуга. Вар, слышь, отдай Диглу этот токен. Я сейчас на него метку поставлю, чтобы увидел. Там мертвый. Я вижу, что дох лежишь. Поднимите его. И звезде отдашь токен. Пока тебе его пойдем. Блядь, чуть типа я тебе не дал.
блок поставив шкаф. За своему анималега. Бейте двух тактиков точечно. Вот звезда вам. Вы его заливаете. И вот вам полочек. Потом можете облечься. Мобы как дети такие, кота увидели, и киса, и пиздец, и все. Блять, я должен был бабе позвонить, сука. Мне пизда нет. Вышли мне свою Соньку, тебе все равно пизда, мне кажется. Так. И какую первую? Да, чтоб я играл в Crash Bandicoot просто. Буду стримить. Угу. Чё, у меня до сих пор есть самая классная штука. Или Road Rash. Вообще нормальная тема. Кого? Road Rash. Байкеры на моциках, там где ты цепями. Гонки на мотоцикле. Не, не знаю. Ты не играл в Road Rash? Не, даже не слышал. Теперь понятно, что это такое тряпка. Поднимайте кота. Я сама не могу. Там, короче, понял, на ходу знаки срываешь, дорожные имя, потом пиздишь, оно прикольно. Тыкните, пожалуйста, кто-нибудь на шкафу. А сифон фильтр просто. Есть рыбчатый. Есть рыбчатый. А ты играл в Файл Тутл? Или Фул Тутл, как-то так она называется, тоже про байкер, только на ПК. Не, я такое говно на ПК не играю. Не, Рабаш это старая игрушка там. Еще на Дэнди, я помню, играл. Нет, на Дэнди не было Road Rash. На Сеге. Олег, поставишь рыбу, ладно. Рыбчанский есть? У Олега должна быть. Но она все дотягает. Олег, ты тут? Он засумонит. Так, бафы на нем есть? Есть. Так, я не помню, почему у меня Олег пропал. Алло, все вижу. Вон, ешьте. Пожилая рыба. Давайте 5 секунд. Чирим, ты чё, брат брата в идеале, да? Всё, давайте, чек. Все, все готово. А, Олег, слышишь, стой. Ладно, бьем. Олег, давай выходи с РК. Пара к нам сбегайте. Пени 5 секунд. Диго, тени. Он тебе, кстати, токен отдал? Да, дал. Да. Пак 5 секунд. 2 секунды пак. 0. Бегайтесь. Хорошо, Олег, беги. Без меня начинайте, у меня что-то зависла Вовка. Ну, профа, зайду или добирай кого-то другого. Хорошо. А где ты хоть завис? Там где-то в конце. Братан, кусай меня, брат. Тогда я тебя на всякий случай кикну, чтобы когда не вешать. Ты уже повесил. Он уже повесил. А, блядь, ну да. Ну ладно. Ну, ты хоть раз кол бы стакал. Какой негодяй, не стак это распал. Пак, 5 секунд. Цепляйтесь паком. Антифирвывается.
на том, на ком будут тени. Ну, а сам себе кину. Не маленький. Вводить гимн на хп, вводить гимн на хп. Фу, блядь. Шар, блядь, он не отвалился. Мишку кишу хилить. Он на страху дубовую кожу кружил. Так, там, блядь. Дайте геру, может. Да, сейчас я кину. Так, 5 секунд. Маль. На милик. Тени 2 секунды, одна. Баблом снимай. Баблом снимай, паладин. Блять, ты меня залил, ну ты красава. Третий босс. Ну, побежал тут у меня за мак. Элементальная карма. Так там сбегать. Я же ради тебя полдень не бежал. Я не ожидал, честно, благородно. А, если б шаман меня залил бы, то я бы понял его причину. А так ты. Ой, лол. Ой. А это был не шаман. Ой, лол. Давайте шаману минус кролл дадим. Мне типа. Не. А то вдруг я виноват оказался, блин. Да, давай ему анрол на колье и на... Колье, кстати, не упал. А, завоеватель. Давайте, героически. Ну что там, Олег, ты отлагал? Нет. Да? Нет. Да? Да? Чё? Да. Шо? Так. Щито? Пули? Так, отдаю мучу. Бля, я что-то начинаю поговорить. Смотри, смучу маны, смучу маны, смучу маны. Спасибо. Так, да. С пула сдох. На Халионе, или сколько это, минус 80 было у него за, один, за одну тычку, не помню уже. Надо кому угасающий свет? Угасающий свет у меня бывает. То что? Если никому не надо, то я возьму. Забирай. Спасибо. Так, свет у него угасающий. В жопе у тебя свечка осталась и света, блядь, все, что у тебя я есть. Я очень рад, что ты туда заглядывал, блядь. Нормально было, да? Ага. Побежки не ведутся. Ты сразу повелся, конечно. Ну это нормально, потом сказал, потом сделал. Блять, когда ты уже на уф идешь? Там квесты надо делать, иди делай. Завтра, завтра выход Азерота. Не, нихуя. Сегодня так, почистите пока три шага без меня. Чё там, будет завтра что интересно? Я не знаю. Да, лаги и очереди 10 тысяч. Я завтра в командировку еду, там будет интересно. Он имеет в виду, что будет играть в World of Warcraft. Если бы. Я бы не против, если честно, прям. Я бы тоже не против, если бы ты играл. Тут просто слишком много наклонных плоскостей, поэтому мне тяжело. Конечно, твоя голова не справится с этим. С таким объемом информации. Я
Чё ж тебе ответить такого, а? Да ничего, блядь, сдался нам. Не знаю. Плоскость, кубическая сфера, рослые грани. Не, надо, что-то другое. Надо его же оружием, его же. Кто с мечом придет, от меча и погибнет. Такое количество информации сейчас я что-то. Конечно, блядь, такое количество информации. Мозг заебался просто обдумывать, как думает твой мозг просто, понимаешь? Он же, сука, не думает, он логике не поддается. Кто на протопало пойдет, тот от плеча погибнет. Как-то так. От циркаря. Кто с протоваром пойдет, да? Кто с протоваром пойдет, тот ребра не увидит. Да-да. Да протовар соло затанчит всех боссов. Один весь рейд. И задашь, это захилит. Да. В огненной пропасти разрушу. Литов вот под вопросом. ГС на 6.5, да? Там, когда мобы сбегутся с первого квартала, их там штук 20, они, может, и убьют. Приходит, да, нереально. Воет протоваром танчить 80-м огненную пропасть и типа 12-го левел просто ливает. Типа, ну нахуй, такого танка, блядь, в жопу. Быстро только протовары вайпаются. Понимаешь? Ну что, Олег, пойдешь с нами? Ну добери кого-то, я на профа зайду. Про товара добери. Любишь про товара, люби и вайпаться в рейде. Блядь, я просто надеюсь, что к вам кому-то из вас зайдет Петросян в комнату и скажет: моя школа, блядь. Красава, блядь. Просто шутки, ебать. Не, они не умеют шутить. Это вы уже просто старые сильно. Даже опыт, ого-го. Да это он просто пиздит, сам-то до сих пор с родаками кривое зеркало смотрит, да. И прямое кривое. Ваня, собирай. Кого? А я наклон, да. Кривое зеркало? Рейд, блядь. Импайрелит потом. Тут просто, знаешь, объявили награду, короче, вот это. Вступай к нам в гильдию, слышишь, вот этот шаман. Тут понял, объявили награду тем, кто, короче, Войда затроллит. Вот они и стараются, короче, ну, шутки шутить. Запускайте ловушки, если вы. Ой, бля. Так, ладно, Тайга. Просто помолчу. Блять, в ней не запустились эти ловушки. Бьем тершак. И лок шкаф поставишь. А чё ты, вступай, реально, у меня есть свой канал на ютубе, там есть гайды за все классы. Заебись, тебя кто-то смотрит. Полтора инвалида. Там нормальная аудитория, человек 7, короче. О, классно, заебись. Там стендап выступление, он просто ходит пару гримару туда-сюда и шутки рассказывает. Нет, ты просто, ну, то, что я говорю, то правда. А то, что... можно я, вот, не знаю, вот это с нами шаман разговаривает по-любому, да? Да, я шаман. Ну. Нет, так просто панику определил. Да ты посмотри видео Войда, может волной слей я научусь хилить танка. Чем? Так, в общем, на рендж идет вся третья патия. Войд, ты идешь, Ферстайл, Узумаки и девятый паладин. Никуда не хочу идти. А, нет, стоп. Блять, я нахуй, мили что ли пойду бить? Да бей, мели, бей, заебись. Нет. То, маги нет. Все на рейндж? Да. Вся третья патия. Можете глянуть. И демон, оставайся под боссом, а хант пускай идет на рейндж, я про него забыл. Санек, ты на ту хлопузу. Третья патия с котом, что ли? Да, с котом. А, я забыл, что он, кстати, кот. Миша, Киша, ты идешь на рейндж тоже. Я думал, сала. Лару бафы дайте, Фриста баф лапу дайте. Спек на бафы на готовность и тщеславие на тухлом, потом спекнешься на БДК. Муч, все. Все готовы, погнали. Да там хрёда я поставлю. Так,
рост. Спасибо. КД там. Похуй давай. Пильте Варен, на нем чума. Нахил и заебись. Миша, Киша, поднимай ханта. Три ханта поднимай. Стоп, становитесь. Забирай по один. Миша, подними ханта. Теперь дай мне рост, шаман. Муча хильте, муч тучку выйди, тучку. У кого есть рост, шаман? Спасибо. Подоб становитесь. Оптимус ухилить. А, Фрэшбат, дай, пожалуйста, мучу этот Лайн Свободы. Он стоит на месте. Муч, ты бей, кастуй, прожимай там что-нибудь. Кастуй пытку. У нас тебя отхиливает. А, точняк, ты можешь дать ему Дань Свободы? Кому? Мучу. Вот сейчас на него метку поставлю, если нет. Вот звезда. Да не, я далеко. Ну это же, глыба снимай. Может хоть тень прожать. Чпок, баба. Глыба прожми, пожалуйста. И опять не захилили. А, Джесс, поднимай снова ханта. Кот, поднимай ханта. Пильте мага. Мага захил. Мага. Ну. Забирай поводи. Гимн на хп мучича, дай гимн на хп мучича, дай. Чилима хильте. Чилима захил. Прожми дубовую кожу. Чилим, дубовую кожу прожми. Глазки поднимай, Чилима. Хотя, Чириляма. Ладно. Взрывы, готовьтесь. Бегите. Все, побежали. Гимн на хп-вой тогда, гимн на хп-вой. Ой, гимн на хп, пока мы не попадали. Подобивайте босс. Поднимайте, Паш. Так, что попало? Полк. Ходи на своего мага. Лок там шкаф поставишь. А чё, может, всё-таки в 4 хила пойдём? Оптимус может пока, кстати, да, спиртнуться на тухлом ШП. Так я и был в ШП только что. А, так чё вы меня обманываете, ё-моё. Надо кому продать бесплатно? Ну, кидай. Не, вот это ШП я знаю. Так, и даю вару. Ну, у нас два аэродру и Рошам, но три хила идем. Ну, тухлого три хила за хиль. Если все три стака стоят. Да, никуда не денутся. Дайте фулбаф. А потому что у нас уничтожатор заходит на мага. На надо кому запа? Ну кидай на оф тогда. Ты на мага, а кто танчить будет тогда? Ну он получил ГП, потому что ему никому не надо было упор, точнее меч. Не себе же я его буду забирать. Эти бафы, пристабафы, не ту каску, крест, ханту. Развата, тебе надо эти осколки? На оба больше никому запа не надо. Ну так, блин, больше никому эти осколки не нужны здесь в этом рейде, поэтому я и отдавал ему. Так, кольцо, надо кому?
Лазер, дай крест. Так. Ты не будешь заходить на своего мага? Если зайду на мага, кто будет танчить? Тщеславие. Надо было раньше говорить. Но я же ролил уже. Сказал. Я ролил уже на ДК, поэтому буду ДК. Ну ладно. Не, ну по сути тот меч никому не нужен был, кроме тебя. Как же это нравится. Если кому-то еще надо было, то ладно. Ну я ролил на ДК уже, поэтому буду на ДК ролить. Не, тогда ладно. Погнали. Так, Фрешблат не готов, значит погнали. Ой. Стой, сука, блять! Он заходит на мага. А, ну все тогда. Вообще чат не читает. Нахуя вы босса заиграли? А, падайте. Так, он Фрешблат тоже, получается, заходит на мага? Я просто чат сейчас вот не прочитал. Немножко. Ну, на мага там только этот, уничтожатый. Я слышал, что только этот Нерекси заходит на мага, а то, что Фрешблат, я не слышал. А должно быть множко, блядь. Да хуешки, блядь, он сказал, погнали, я баночку прожал. Хуя. Нихуя себе, 300 голды, чтоб я ждал кого-то, что ли? У тебя что, баночка, блядь, в макросе с волшебным огнем, блядь? Почти. Блядь. Так, сука, бля. Потом уничтожатель сказал, чтоб ты не заходил на эту мак, потому что он выше тебя. Я уже поэтому про тебя и задал. Задавал вопрос в начале рейда. Кто будет танчить, если я зайду на мага? Никто не ответил. Значит, я остался танком, ролит на ДК. И ему написал и сказал, что он будет заходить на мага и ролит танки. Ну ладно. Ну танчить же некому было, поэтому я зашел. Я изначально вообще магом шел. Я зашел на ДК, потому что некому танчить было. Сложно, повтори еще раз, мы не поняли. Роману ботинки уходят, успокойтесь. Какому шаману? Который хилит. А, ну возможно, да, он может забирать. Шаман не умеет хилить, в смысле? А, или вот это Void Heal, это шаман, что ли? Я думал, это прист. А я что, хилю сейчас, по-твоему? Ну, блядь, я хилил. Ты не умеешь хилить. Сколько вы в рейде уже? Часа 4? Нет, 2 часа. Да не, мы полдевятого только вышли. Если не позже. Что-то вы долго собираетесь перед первым боссом. Позже мы вышли, еще 2 часов нету, как мы ребро спулили. Час 52 с ребра. Час 54. Час 54. Мы с Варфана в 9 убили, но мы же в половину вышли, в полдевятого делать так. 40, ну где-то 45. Я же на 8 часов ставил, а не на 7. 1014 минут с первого лута, так что даже 2 часов нет. Ну да. Лок поставишь шкаф. Но все равно эти тапки не упадут, чё упасть. Боже, у кого там они? Дай, там еще один шкаф. Тумани мага. Реально, кто там бежит? Кто маг уже тут? Так, вар. Вон им еще ДК. Дашкин, ты тут? Конский. Да, давайте по бафу. Поесть может кто поставить? Он ест. МВ5 не будет, вам тотем поставят.
Ты там баночки. Блять, да, человек не баха, надо понять. Так, Мараксус, Дигл. Да, да, все окей. А, Мараксус. Мараксус тоже готов. Дыхание, да. Где я скоро верну? Да за на одну милю. Команду там видите. Кильте мини-зону, почему мини-зона так проседает жестко? Кильте шаман хорошо уничтожает эра. Ренджо возьмите, чилим и, блять, шаман, вставай. И дрыг, глазки поднимай, чилима. Если верни на КД. КД, минуту. Тогда пускай поднимает. Миша Киша, поднимайте, давай. Дайте Инер шамана. Инер ему залей тоже. Шаман только. Блин, шаман умер, там друиды еще есть, чего вы не хилите? Блять. Царь зверей, поднимай БДК. Уже. И дадите ему баф. Прокопало, хильте сейчас. Ты сакру не отдавал, я надеюсь? Нет. Я бля. Спас тебя. Войт, гимн на хп по моей команде. И те, кто не собирал стаки, тоже я скажу, как когда вкидывать. Один стак. Йо. Хильте, давай, давай, хильте, точника. Войсинг, дай ему капли. Все, давайте пораженки, гимн на хп, войт. Гимн на хп сейчас отдавай. Вон, блядь, шаман, сразу ваншот. Джесс, подними шамана. Пока мы не отвалились. И заливаем тоже инер. И гимн на хп вой, дай, пожалуйста. Так уже. А, на ману точнее, ману. Мараксус, блин, прожми там, не знаю, щит маны. У нас хил отвалился. Он поднимается, не? Кто? Шаман. Шаман, или уже все? Рука его нет, он решил отдохнуть. Ты его отдохнуть послал? Да нет. Давай тебе эти уже этого босса. Вот 3,5 ляма. Кого заходи? Ну а если сейчас шаман не зайдет, то на шамана. Лучше бы... ДК прохильте, ДК сейчас прохильте. Не хочу того шамана обидеть, но лучше бы надеялись на то, что он не зайдет. Так, отдаю шаману, бабу отдаю. Я его даже чувствую. Да хилил он волну исцеления. Козырь не зря зашел за тапками. Так. Что, походу офис вылетел. Че, я на этом? Да, он вылетел. Пикни его пока, пусть вылетает. Олег, заходи шаманом, хилом. Ну, а пока кикать не буду, может, мало ли он зайдет. А, тебе говорил про шамана этого. Ай, умом. Лучше бы он не заходил, честно. Сейчас я зайду.
Просто послушал вас Аркана Синдрей, там где он 5 волн хилил. Ну что будет? Че? Не, ну, после Синдрей нормально хилил, там волнается, пуха была. Ну да, это первый такой раз был. А че вы не подняли павших? Чили ему, допустим. Ладно, вообще. Ну, не знаю. Тут... Пойду пав кашу, пока трашчистить. Я не хочу тратить ману на недостойных. А Оптимус, пекайся в ДЦ. Не надо, в ДЦ в 3 хила захилим, сейчас зайду на шамана. Да? Ну тогда оставайся, шука. Не, я покурить, и... пока у вас там терки. Пить.